Популярный среди молодежи рэпер Нейм прибыл в Санкт-Петербург, чтобы дать несколько концертов еще вчера. А уже сегодня его фанатка Соня Ставинская свела счеты с жизнью. «Без тебя нет повода жить» — это слова, адресованные кумиру. Ты, главное, сам все это близко к сердцу не принимай. Давай, приходи в себя уже, хорош париться. Все забыли про эту историю давным-давно. Дело плохо, старик. Тебе нужен охранник. Зачем ты мне этого урода подсовываешь? Я не собираюсь тебя уговаривать. Это работа, считай приказ. Я его ненавижу. Доброе утро. Женщина, вы в адеквате вообще? Я с охраны вызову. Я и есть охрана. Чек, чек, как слышно мой сиплый. Мы поедете отдельно. Я не смотрелся столько за жизнь клиента. Все, хорош, меня хватит. Если он не выполняет условия, я ответственности не светишь. Может, хватит смело дышать? Так просто. Ну что, расскажешь, может, как тебе дошло эта профессия? А ты не допускаешь, что я сама тебя хотела? Я дарю на прощание свое. Ты же меня закрыл, получается. Вы правы. Не стоило так стараться. Знаешь, что тебе лишь одно я отдам. Чистое сердце. Он очень переживает из-за смерти Сони. Я даже не ожидала. Чистое сердце. Ты лезешь не в свое дело, пойми. Я тебя могу уволить в любой момент. Чистое сердце. Он был управляемый, пока ты не появился. Чистое сердце. Чистое сердце. Чистое сердце. Чистое сердце. Слушай, мне просто интересно, а в контракт входит физический контакт?